同学们请一点。Ни хао. С такого приветствия начинается урок китайского языка для учащихся 5 класса в средней школе номер 7. Для младших школьников изучение этого иностранного языка пока увлекательная игра. Но они уже хорошо читают, быстро составляют слова из иероглифов и понимают, о чем говорит учитель. Первые шаги в изучении китайского ребятам помогает делать молодой педагог Дмитрий Яченя, который пришел в школу сразу после окончания столичного университета, но прикипел сердцем к этому месту и решил остаться. В учреждении китайский язык изучается как основной иностранный язык с 3 класса. А для тех, кому не терпится начать пораньше, есть возможность учить его на платной основе. Китайский язык один из сложных. Родители переживают, сможет ли ребенок изучить китайский язык. Хотя, с другой стороны, их риск может не дать ребенку перспективы развиться в будущем. Потому что мы знаем, что в Беларуси у нас очень мало специалистов со знанием китайского языка. И такой специалист является редким специалистом. Известно, что у нас в стране много предприятий совместных с Китайской Народной Республикой, у нас тесные экономические взаимоотношения с Китаем. И когда родитель сомневается, стоит ли отдавать ребенка на китайский язык, он должен понимать, что этот риск может окупиться в будущем во много раз. Родители учащихся 5 класса – люди продвинутые, и к изучению китайского языка относятся уважительно. Да и сами дети не прочь стать носителями экзотического для наших широт языка и с удовольствием посещают занятия. Родители вначале не соглашались, бабушка была за немецкий язык, но все-таки мама с ней поспорила, и я пошла на китайский, поскольку она считала, что за китайским больше будущее. Поэтому я выбрала китайский язык. Они мне сказали, какой язык выберешь, английский, немецкий или китайский. Я заинтересовалась, и мне был больше всего интересен китайский. Они согласились. Многие, когда я говорю, что я изучаю китайский, очень сильно удивляются. Но я к этому уже привык. Нам предложили заниматься китайским языком. Мама сказала, что это большое будущее, и то, что я могу стать переводчиком, когда выучу китайский язык. К слову, не только школьники младших классов увлеченно изучают непривычный для большинства иностранный язык. Дети постарше учат его серьезно и углубленно, ведь у каждого из них есть своя мотивация. Китайский язык, это вообще очень перспективный язык. На нем это один из самых популярных языков, и Китай обладает одной из самых быстро развивающихся экономик, как я считаю. И когда ты знаешь китайский язык, тебе открыто намного больше дорог, чем если ты его не знаешь. Ну и просто моя заинтересованность. Мне очень было интересно узнать о культуре Китая. А когда ты изучаешь язык, ты точно изучаешь его культуру. Китайский сейчас является очень востребованным. Первочком я не хотела бы быть, но что-то связано с китайским я хотела бы. Средняя школа номер 7 долгое время углубленно преподавала только немецкий язык, но администрация учреждения решила идти в ногу со временем и добавить в школьное расписание английский, а чуть позже и китайский язык. Сейчас порядка 73% учащихся изучают немецкий язык, около 28% школьников знакомятся с английским, и 15% прилежно овладевают языком поднебесной. Такое соотношение связано еще и с тем, что многие ребята получают знания по двум языкам. Мы стараемся открыть для наших учеников все двери, сделать возможным для них реализовать свои способности на всех языках. А знание языков сейчас очень актуально. У нас есть основной иностранный язык, который изучают все. Немецкий, английский, либо китайский, по выбору. А дальше в качестве факультативов они могут изучать любой из двух других оставшихся языков. Английский, китайский или немецкий, тоже по их желанию. И поэтому получается, что многие дети основным языком учат китайский, а вторым, например, немецкий или наоборот. Изучая китайский язык, дети знакомятся и с богатой культурой, вековыми традициями и даже песнями поднебесной. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.